еще не определились, чем занять ребенка на летних каникулах так, чтобы ему было весело и интересно, а вам спокойно? Записывайте его в летний лагерь «Граните», где он с пользой и удовольствием проведет время. Ссылка на подробности и регистрацию в описании к видео. Станция метро Раутатиентори 3 июня будет полностью закрыта на реконструкцию, которая продлится 3 месяца. Также ремонтные работы в течение лета будут проводиться на станциях метро Мелонмяки, Контула и Мелюпуру. Новости для людей пожилого возраста. Город Эспа предлагает интересные культурно-спортивные мероприятия, которые будут проходить по вторникам в течение всего лета. Ссылка на подробности и расписание встреч в описании к видео. Бесплатное мероприятие «Здоровье, спорт и гриль» для участников пожилого возраста состоится 7 июня в 10 часов по адресу Стуренкату, 12, Хельсинки. Номер телефона, по которому можно уточнить детали, вы видите на экране. Регистрация не требуется. Город Хельсинки уже опубликовал праздничную программу, которая пройдет с 15 августа по 1 сентября. Билеты уже в продаже. Ссылка на программу в описании к видео. Бесплатные индивидуальные консультации на русском языке по социальным вопросам, связанным с взаимодействием с официальными органами Финляндии. Миграционная служба, налоговая инспекция, полиция, управление социальным обеспечением, бюро занятости и здравоохранения. Только по предварительной записи. Ссылка для записи в описании к видео. Больше информации читайте в нашей группе в Фейсбуке «Русскоязычные Финляндии». Всем хороших выходных!